Добрый день, дорогие друзья. Я официально обвиняю Левона Трепетросяна в убийстве Карина Демирчана и Вазгена Саркисяна. И также в убийстве важного свидетеля по делу о покушении. Именно Левон Трепетросян давал приказы и Наири Юнаняну, и монаху в том, чтобы убили Карина Демирчана, Вазгена Саркисяна и важного свидетеля по делу, который мог бы рассказать, кто именно во всем этом замешан. И самое эпичное, то, что монах, несмотря на то, что находится якобы в оппозиции против Пашиняна, который входил в состав и крестоносцев, он работает на премьер-министра Армении. В 2020 году, в период, когда я стоял около правительства Армении, он постоянно заходил в правительство как к себе домой. Чуть ли не ногой открывал двери правительства Армении. Далее он неоднократно заявлял, что убьет премьер-министра и так далее и тому подобное, чтобы выявить таких же несогласных людей, чтобы они вместе с ним объединились. Но прежде всего, его цель состояла в том, чтобы именно выявлять и сажать таких людей. Когда он угрожал неоднократно убийством премьер-министра Армении, да, его никто не привлек к уголовной ответственности. Заметьте. Это о чем говорит? Делайте выводы сами. Я хочу, чтобы Пашинян поблагодарил его пропагандистов Амана-Амана и Арсена за то, что они стали виновником того, что я опубликовал, так как они хотели вести армянский народ в заблуждение. И собирать не подписи для помощи жителям Арцаха, а подписи для выхода из ОДКБ. Вот вы пострадали из-за ваших пропагандистов. Поздравляю.